В Химках подсчитали ущерб от урагана, который обрушился на наш округ неделю назад, в ночь с 13 на 14 июля. Всего пострадало порядка 600 деревьев, около 100 автомобилей. Было повреждено 12 опор освещения и 6 детских площадок. Больше всего досталось районам Старые Химки и Левобережный. По словам директора МБУ «Химспас» Сергея Каики, последний ураган такой силы был в начале 2000-х годов. К ликвидации последствий приступили незаметно. Помимо тех деревьев, которые, значит, были аварийные, завалены, мы еще и дополнительно, значит, проводили работу по кронированию деревьев, которые могли бы, ну, при повторном таком сильном ветре могли, конечно, упасть. Приводить город в порядок после урагана вышли все городские службы округа. Спасатели, сотрудники администрации, представители общественных организаций и сами горожане. Всего к ликвидации последствий урагана было привлечено 90 единиц техники и около 600 человек. Общими усилиями последствия были устранены в кратчайшие сроки. Они были устранены в течение недели. Некие последствия еще сейчас устраняются, но я думаю, что до конца недели все зачистят и округ приведет свой прежний вид. Отдельную благодарность администрация округа выражает жителям, которые не остались в стороне и вышли на уборку родного города. Причем не только в своих дворах, но и в парках и скверах. Но если бы таких активных и неравнодушных горожан было больше, коммунальщики и спасатели справились бы быстрее.